Китае установили более 4 миллионов базовых станций 5G. Это треть от всех мобильных базовых станций в стране. Пользуются этой сетью уже 966 миллионов человек, более половины всех абонентов. Такие данные приводит Министерство промышленности и информатизации КНР. Практически во всех уголках страны сегодня можно воспользоваться связью 5G. Это не только способствует улучшению жизни граждан, но и ускоряет цифровую трансформацию экономики. Власти КНР продолжают активно развивать инфраструктуру, чтобы сделать сети 5G еще более продвинутыми и доступными.